Бывают приятны ночные прогулки, но вдруг на каком-то убогом проселке, во мраком покрытом глухом закоулке, напали на козлика серые волки. Обычный козел неизвестной породы зачем-то попёрся по шляху пошляться. И вот он стоит, как опущенный в воду, не зная, что делать в такой ситуации. Быть может, рога навострить поострее и жизнь молодую продать подороже. А может, в истерике биться и блеять, а может, ничто уже не поможет. Не может же быть, что у Мишка убогим он сам управляет течением жизни. Скорее уж все предусмотрено Богом, предписано свыше судьбою капризной. Бог непостижим и с судьбой не поспоришь. Куда нам тягаться с вселенской силой? Как козлик не блеял, спасите на помощь. Все помощь на помощь прийти не спешила. Закончилось плохо, трагически даже. И даже апокалипсически малость. Добавлю, хоть это уже и не важно, осталось от козлика то, что осталось. Остались невыполненные желания, поэтому надо бы жить посмелее. Остались вот эти вот переживания, вот в это вошедшее стихотворение. И вывод, покуда не все еще гладко, покуда бесчинствует волчьи стаи, не следует грезою маяться сладкой, о горькой действительности забывая. Вы можете быть беззаботны и даже быть счастливы тоже, как дети, как кошки. Но то, что случится и кто-нибудь скажет, остались от козлика